Здравствуйте, дорогие друзья! Я очень рад приветствовать вас на очередном выпуске программы Forex Live Talk. В студии я, ведущий Дмитрий Кучер. Сегодня мы с вами поговорим про современные коммуникации трейдеров. Скажем так, про современные технологии коммуникации трейдеров. У меня в гостях на прямой линии будет директор ИКТ Менеджмент, а также автор и редактор канала Utrade TV Игорь Суздальцев. Добрый день, Игорь. Добрый день, Дмитрий. Как нас слышно? Слышно, видно вас прекрасно. Отлично. Что ж, спасибо вам за то, что смогли уделить время в своем плотном графике и присоединились к нашей программе. Я очень надеюсь, что нашим зрителям и участникам канала Utrade будет очень интересно узнать о вас, о вашем проекте немножко больше. Поэтому в этой связи мы можем уже начать наше общение. И у меня тогда к вам первый вопрос. Расскажите немножко больше о себе, о своем проекте, ну и о своем финансовом и биржевом опыте. Да, конечно. Началась эта история достаточно давно, в 90-х годах. Тогда было модно заниматься экспортом-импортом, и я тогда занимался аналитикой достаточно серьезно по Форексу, и вот начал помогать одной группе экспортеров. Получилось так, что мы попали в Нью-Йорк в 1994 году. Задержался я там лет на 7, на 8. Вот, и как раз таки занимался анализом рынка Форекс. Достаточно интересно. Сначала это все начиналось как обслуживание экспортно-импортных операций, потом это стало самостоятельным бизнесом. С 97 года, пожалуй, я так предметно уже занимаюсь валютным рынком, рынком Форекс. И как трейдер, и как аналитик. Вот. В Россию, когда я вернулся, в 2005 году мы в Инвестсбербанке, был тогда банк, сделали деск алгоритмической торговли. Я был организатором этого проекта по алготрейдингу. И получилось, в 2010 году мы вышли на очень хороший уровень. Тогда он стал ОТП-банком, ОТП венгерский банк купил Инвестсбербанк. Вот. В 2010 году меня пригласил Альфа-банк сделать то же самое алготрейдинговый деск. Мы его сделали, был запущен Альфа-робот. В 2011 году меня пригласила компания Калита Финанс сделать GUI-робот, то есть робот, который настраивался вручную самим человеком, без знания основ программирования. Мы его тоже сделали, запустили. И вот с 2013 года я ушел на вольные хлеба, ушел, так сказать, сначала как физлицо, это все организовывал. На 2014 года сделал компанию ИКТ Менеджмент, которая является оператором нескольких порталов, в том числе наиболее известный на сегодняшний день, это Utrade TV. Угу. Спасибо. Тогда такой вопрос, а как вам пришла идея в голову создания Utrade TV? Мне эта идея вообще не приходила. Дело в том, что у меня есть сын. Сын поступил, закончил МГУ, поступил в аспирантуру в 2010 году. И в 2011 году осенью он пришел ко мне и сказал: «Папа, я выбрал тему кандидатской диссертации по экономике. Она будет называться проект Utrade TV». И все это изложил мне идею. Я так как-то спокойно отнесся, я занимался тогда автоматизацией трейдинга самого, чтобы быть быстрее, лучше и так далее. Я как-то засомневался в том, что коммуникации надо вот так вот развивать, вот. Но он вот, парень упорный, он в течение попросил меня помочь с провайдерами, с интеграцией, ну конечно, как я мог отказать сыну. Естественно, стал каким-то образом все равно к этому причастный, помогать. И получилось так, что первое такое большое движение, когда я понял, что этим можно заниматься, это было в 2012 году, когда он выступил на научной конференции в финансовом университете. И там я оказался, вы знаете, вот в жизни так много случайностей. Я там случайно оказался и случайно совершенно подписался под этот проект. Объясняю, как это было. Хочу показать вам две фотографии, вам понравится. Действительно такая, ну, во многом... вот лучше всего показывает, как много случайностей в жизни. Сейчас покажу.
Вот эта фотография, это мой сын, презентует свой проект в финансовом университете. Студенты толпой шли, я стоял рядом, с ними тоже беседовал. Вот, все было очень хорошо. И тут ко мне подходит представитель ректората и говорит: мы знакомы были, я как бы в финансовом мире давно и с финансовым университетом давно общаюсь. Подходит представитель ректората и говорит: Игорь Николаевич, у нас к вам огромная просьба. Сейчас подойдут два уважаемых человека, которые очень заинтересовались этим проектом. А не могли бы вы им рассказать об этом проекте, а не ваш сын, потому что аспирант там туда-сюда, ну степени нет научной пока еще никакой, все. Ну типа не сильно удобно от него слушать этот проект. Ну, а как бы свой, возраст свой, кандидат и так далее. Я говорю: да не вопрос, я в теме, в принципе, основные вопросы я освещу без проблем. Вот, подходят эти два человека, есть фотографии на эту тему, вот, зовут их Алексей Кудрин и Михаил Искендаров, и говорят: ну, слушай, ну расскажи, а что за мулька такая, что вообще происходит? Михаил Искендаров, ректор финансового университета, кто не знает, а Алексей Кудрин, экс-министр финансов Российской Федерации. Я им так рассказал, говорю, все. И вот ответ меня поразил, Кудрина. Он говорит: не занимайся ерундой. Брось все, займись этим проектом, я вижу там большие деньги. Я так думаю, ну подождите, вроде экономист достаточно известный, человек в теме. И я говорю: ну, Алексей Ильич, там ну, вроде бы ну, такой, только идея такая центральная, да, причем она взята у американцев. Это же в чем суть идеи U-Trade TV? У американцев есть Twitch.tv. Значит, и там встречаются геймеры, показывают друг другу скрины, интернет-телевидение, также общаются, все. И, собственно, Святослав, мой сын, он сделал очень простую вещь. Он перенес ту идею с гейминга на трейдинг. Все. Ну, единственное, он дополнил зеленой кнопкой, еще там десяток таких полезных усовершенствований. Центральная идея американская. Я открыто сказал Кудрину, я говорю: мне кажется, американская идея на российской почве не сильно приживется. Он говорит: я тебя умоляю, если людям интересно общение друг с другом, вот эта концепция юзер-контент без журналистов, а просто люди общаются друг с другом, и человеку никто не более не интересен, чем он сам себе. Это, говорит, пойдет и здесь, не надо вот это выдумывать, там, русскую почву и так далее. Ну, я так плечами пожал. В следующий раз я вспомнил его, когда Twitch TV, с которого мы копировали, продали Амазону за 1 миллиард долларов. Ну, тут да, тут все вопросы были сняты. Я побежал регистрировать компанию, подумал: не, ну тут хорошо видит. Он побежал регистрировать компанию и запускаться. Поэтому, когда мне говорят: Игорь, ведь это же не вы придумали все это, вы просто это реализуете, я совершенно открыто говорю: сын мой, мой, значит, идея моя. И вообще в проекте реализуется мечта любого отца. Сын работает, папа на кассе. Что ж, спасибо, Игорь, за столь содержательный ответ. Как, по вашему мнению, кто являются вашими основными участниками проекта U-Trade? Это трейдеры, инвесторы, просто участники финансового рынка? Как, на ваш взгляд? Спасибо за ваш вопрос, Дмитрий. Я бы так на него ответил. Это все люди, которые интересуются и занимаются трейдингом. Mm-hmm. Для нас вопроса. Я вообще мир делю после запуска U-Trade TV 30 июня 2014 года. Для меня мир разделен на две нации. Это участники U-Trade TV и не участники U-Trade TV. Все остальные градации, знаете, у кого есть экономическое образование, у кого нет. Кто какой гражданин страны, кто мужчина, кто женщина. Вот абсолютно мне как-то потеряны эти все стереотипы. Вот трейдер или не трейдер. Вот. Я вижу, что злейший враг трейдера – это аналитик, который не торгует. Это единственные люди, которых я стараюсь немножко отодвинуть. Потому что когда начинается фантазия, и человек сам не торгует, ну, может быть истинно. А все трейдеры, которые хоть раз в жизни нажали кнопку «купить», «продать», для меня это трейдер, для меня интересно его мнение, его взгляд, его опыт, его запросы, которые он говорит, что: Игорь, я считаю, что для нас будет трейдер удобнее то-то, то-то и то-то. Поэтому вот такой, естественно, главный критерий участника, не участника, это трейдер или нет,
А о том, какие трейдеры здесь у нас, вы знаете, самые разные. Очень много людей, мне кажется, половина людей, которые торгуют на работе. Это неплохо. Это хобби, у них есть возможность, есть компьютер, доступ. Многие из них руководители, ну, скажем, там, один из руководителей мясокомбината в Челябинске. Он приходит на работу, утром дела по делу, тут подходит торговое имя, время. У нас разница с Челябинском большая, поэтому как раз он пообедал, спокойно начинаются торги, и как бы уже он спокойно этим занимается. И, ну, он в кабинете, кто ему помешает. Да и, собственно, любой человек, который имеет доступ к интернету, всегда найдет момент глянуть рынок, пока там никто не мешает. Тем более у нас же концепция какая трейдинговая? У нас три основных фишки на видеопортале Trade.tv. Можно выступать, можно показывать экран, и можно все это делать с мобильного телефона. И себя вещать, и смотреть. Поэтому совершенно спокойно человек и смотрит по мобильнику, и позиции может корректировать, если у него стоит там на мобильнике своя. Но самое главное, что он может быть в рынке с мобильного телефона, что очень, конечно, удобно и важно. Угу. Другая часть, на мой взгляд, вторая тоже половина, я не могу сказать точно, но где-то вот в равных долях, это люди, которые живут с рынка, действительно. А они не работают, они зарабатывают деньги тем, что, так сказать, торгуют на рынке своими капиталами или другими. Для меня вот это вот нет разницы, это управляющий активом или сам торгует. Для меня он трейдер, полный рабочий день. И вот эта категория, она, конечно, наиболее активна, она и активно очень выступает, и их имена хорошо известны. Ну, собственно, вы знаете таких трейдеров, аналитиков, таких как Илья Коровин или Юрий Чеботарев. Это известные трейдеры, управляющие активами. И вот я очень рад, что количество таких людей растет. И более того, меня очень радует, что количество трейдеров, которые становятся управляющими активами после появления у нас в эфире, после, так сказать, активного участия, оно растет. Оно растет, и это здорово, потому что, на мой взгляд, если трейдер успешен, то вполне ему можно доверять деньги вот именно нашему российскому трейдеру, а не какому-то там заокеанскому гуру. Вот эти клоуны приедут, Джим Родерс, Ларри Вильямс. Господи боже, они в жизни рубль в руках не держали. По-русски ни слова, по рублю консультируют, анализируют. Блин, да вы что, с ума что ли посходили? Илья Коровин, Юрий Чеботарев вместо Ларри Вильямса и Джима Роджерса. Вот такая секретная цель U-Trade.tv. Спасибо большое, Игорь, за ответ. Известно, что вы будете выступать на Форекс-конгрессе, который будет проходить в Киеве, но посредством, опять-таки, вашего терминала U-Trade.tv. И будете говорить про современные форматы коммуникации трейдеров. Можно ли назвать U-Trade.tv как один из примеров данных форматов коммуникаций, или можете назвать что-то еще, какие-то другие варианты? Вы знаете, на конференции я хотел бы коротко осветить, как шла история развития от первых голубей рейтера, там, середины 19-го века, как вот это прошло, и действительно показать некоторую перспективу. U-Trade.tv как вариант, как интерактивное интернет-телевидение трейдеров, вот если коротко брать квинтэссенцию U-Trade.tv, это интерактивное интернет-телевидение трейдеров. Это, конечно, этап, он сейчас лидирующий, основной, но это всего лишь этап. И показать, как, откуда мы пришли и куда идем, на мой взгляд, будет очень интересно. Тем более, что я абсолютно уверен в следующем шаге. Будет ли этот шаг связан с нами или не с нами, или кто-то другой это сделает, ну, уже будем смотреть. Точно так же, как Рейтер перешел от голубей к телеграфу, он был одним из спонсоров этого развития, телексной системы, телеграфной системы для быстрой передачи новостей. Ну, не сам Рейтер, а семья. Вот. И точно так же, как они перешли к чему-то большему, точно так же, я уверен, и мы перейдем к чему-то большему. Вот, на мой взгляд, сейчас это может быть, что U-Trade.tv, как интернет-телевидение, должно быть связано напрямую с кабельным телевидением. Абсолютно, вот сейчас я уже предложил эту идею, мы обсуждаем, я убежден, что, например, для РБК-ТВ было бы очень интересно прямое включение и прямая интеграция с U-Trade.tv, чтобы в любой момент U-Trade.tv могло выходить на РБК-ТВ и в любой момент РБК-ТВ могло появляться на U-Trade.tv. Вот связать интернет-телевидение трейдерское с
порталом, с кабельным телевидением, с канальным телевидением, так точнее назовем его, РБК ТВ, на мой взгляд, была бы очень интересная идея. И, во-первых, гораздо проще вход. У нас любой человек нажал зеленую кнопку, зашел в эфир. Гораздо проще вход будет в телевидение, в том числе в кабельное. И это будет намного удобнее, намного шире спектр мнений позволит высказать человеку. Допустим, вот сейчас как можно попасть на РБК ТВ? Это два способа, две студии в Москве. Вот. И вот, допустим, там Ирина Булыгина прилетала из Киева, да, она летела через Хельсинки в Москву, здесь приняла участие в передаче «Дуэль», там, по там «Рынок позиция», вот, победила, кстати говоря, мы ее поздравляли буквально вот, когда подводили итоги, в понедельник, вот, и вернулась самолетом туда-назад, значит. Ну, вот зачем? Это можно было бы делать через прямое включение, все это гораздо проще решать. То есть нельзя быть так современному телевидению, нельзя быть настолько зависимым от студии, тем более в одном городе Москве. У нас Россия огромная, он от Петропавловска-Камчатска. То есть человек из Петропавловска-Камчатска, надо ясно понимать, на РБК ТВ не выступит никогда. А на Итроид ТВ в любой момент. И вот если мы станем таким звеном, таким, скажем, интегрированной частью общего кабельного телевидения, мне кажется, интеграция интернет-телевидения и канального телевидения – это вот следующий, the next big thing, следующий большой шаг в развитии вообще трейдерского, скажем так, трейдерских коммуникаций. Что ж, спасибо, Игорь. Вы вот в своем ответе уже, можно сказать, ответили на несколько моих следующих вопросов, ну, в частности, по перспективам развития проекта U-Trade. Есть ли у вас планы по выходу на международную, возможно, арену? Вот такие глобальные планы. Вы знаете, я всегда иду по запросам участников. И у нас нет ни у кого запроса участников стать англоязычными, например. В принципе, можно сделать другой портал, другой сайт, сделать его англоязычным и попытаться прорваться на зарубежную арену. Но это очень трудное и дорогое удовольствие. С теми небольшими инвестициями, которыми я располагаю, как бы это сделать трудно, а идти, как бы искать каких-то инвесторов, становиться в зависимость, мне что-то как-то не хочется. Вот U-Trade TV, все принадлежит мне, я делаю так, как считаю нужным, никого ни о чем не спрашиваю, реальная схема работы и управления. Что касается планов по развитию, участники U-Trade TV уже озвучили два конкретных плана по развитию, и они просто требуют, чтобы реализовать их как можно быстрее. Первый план по развитию. Они требуют, чтобы в эфире U-Trade TV появились молодые, симпатичные девушки-ведущие. Идет большой спор, это должны быть брюнетки или блондинки, но в конце концов все решается, что это должны быть брюнетки, блондинки и рыжие. Вот. Я не спорю ни в коем случае, но молодые люди, товарищи-трейдеры, вы должны знать, что девушки удовольствие дорогое, а в качестве ведущих, ой, еще дороже. Ну, скажем так, уже совершенно серьезно говоря, я понимаю, что, конечно, ведущие нужны. Как только будут деньги, естественно, мы пригласим молодых, энергичных ведущих, и мужчин, и девушек, и, так сказать, конечно, какой-то аналог кабельного телевидения мы будем создавать. Еще раз повторяю, это будет не журналистское телевидение, это будет модель Фейсбука, user content, но ведущих будет много по разным темам. Вот. Как только накопим деньги, обязательно... Да, этот шаг сделаем. Это вот первая тема. И вторая тема, она еще более серьезная, вытекающая из первой. Многие хотят видеть U-Trade TV круглосуточным каналом. Объясняю, что у нас русскоязычный мир огромен. У нас, ну, в России 11 часовых поясов. У нас полно русскоязычных активных уже участников, кстати говоря, в Белоруссии, Украине, Грузии, Казахстане. Америки, США, Канаде, Австралии, Финляндии, огромный отряд русских трейдеров, участвующих в работе U-Trade TV. Многие из них сейчас на линии, я вижу по никнеймам. Вот. И поэтому, как бы, да, если мы будем вести 24 часа в сутки, это без сомнения у нас будет, так сказать, зрители. Израиль недавно прислал запрос, что надо торговать, работать по воскресеньям, потому что в Израиле рабочий день, и так и непонятно, чем заниматься в воскресенье, если вас нет. Поэтому
как бы, ну, тут мы реально смотрим на 24/6, то есть 24 часа в сутки, 6 дней в неделю, за исключением субботы. Суббота попадает в мире действительно у всех выходной, как-то так вот весь мир договорился отдыхать. Я двумя руками за. Как только будут деньги на, так сказать, пригласить ведущих работать в 3 смены по 8 часов в день, это не проблема. Есть грамотные очень ребята молодые, которые с удовольствием этой работой займутся. У нас он пол Москвы безработный. Более того, наши ведущие можно приглашать по часовому поясу. Допустим, на Дальнем Востоке можно пригласить вести ведущего из Владивостока. Мы и спать будем, а он начнет ведение там... и утра, потому что часовое время, время разное, он спокойно начнет работу и будет это, все вот это вот будет идти по часовым поясам. Поэтому вот эта идея расширения числа ведущих и введения 20-часового режима, это основная тема, которую двигают и продвигают сами участники. Я к этому прислушиваюсь, и поэтому для меня это тоже главная задача на ближайшее время. Когда мы сможем их реализовать, не знаю, но желание такое есть. Что ж, спасибо, Игорь. Очень-очень интересный разговор у нас сегодня состоялся. Я очень надеюсь, что это наша не последняя встреча. Мы обязательно еще раз встретимся и поговорим про ваши достижения и достижения вашего проекта U-Trade TV. Спасибо большое, Дмитрий. Очень приятно, что Forex Talk заинтересовался этой темой. Взаимно. Всегда рады вас видеть и слышать. Всего доброго. До свидания. До свидания. А я напоминаю, что сегодня у меня в гостях был директор компании IKT Management Игорь Суздальцев, который также является автором и редактором канала трейдеров U-Trade TV. В следующем выпуске мы поговорим с вами про криптовалюты. А у меня в гостях будет специалист по криптовалютам Ярослав Трубой. И с ним мы постараемся осветить данную тему, которая является достаточно интересной и актуальной на сегодняшний день. Всем спасибо, всего доброго, зарабатывайте!